Всем стильный привет, с вами рубрика «Модный гид». Уже осень, а значит самое время добавить что-то новое в свой гардероб. Поэтому сегодня мы поговорим о трендах осени 2024 года и окунемся в историю моды. Приятного просмотра! И первый тренд на сегодня – бордовый. С его помощью вы можете создать монохромный тутолук, а также составлять интересные цветовые комбинации. И вы точно будете модными этой осенью. Бордовый цвет стал популярен в России в 70-е и 80-е годы 20 века. Женщины носили бархатные бордовые платья. Они обязательно должны были быть дополнены меховым воротом или меховой брошью. Бархатные платья показывали высокий статус и обеспеченность женщины. Уже в 90-е годы на открывшийся рынок России хлынули женские костюмы бренда Tom Climb. Именно с этого момента бордовый крепко закрепился среди модниц страны. Вещи в бордовом оттенке подходят не только женщинам, но и мужчинам. Любая одежда в этом цвете будет хорошим решением, поэтому смело пробуйте и составляйте свои интересные образы. Леопардовый принт – наш второй тренд. Он долгое время считался устаревшим, но в этом году все изменилось, и леопард стал одним из фаворитов осени. Одежду из настоящего леопарда носили египетские фараоны и представители высшего сословия. Позже этот принт вернулся в моду в эпоху барокко и рококо. Именно тогда представители высшего сословия добавляли к своим образам леопардовые манжеты, воротники и накидки. Однако своего пика он достиг только в 1947 году, когда Кристиан Диор показал свою новую коллекцию в бутике «Авеню Монтань 30». Тогда на подиуме появилась модель в черном платье с леопардовыми манжетами и миниатюрной шляпке. Одно из основных правил при создании образа с леопардовым принтом – умеренность. Не стоит перегружать наряд большим количеством этих элементов. Достаточно акцентировать внимание на аксессуарах или добавить в образ один предмет с леопардовым рисунком. Последний тренд – трикотажный костюм. Он уже не первый сезон остается одним из самых популярных элементов гардероба. И это легко объяснить, так как он выглядит стильно, модно и обеспечивает комфорт повседневной жизни. В 1920-е годы Эльза Скипарелли, модельер и дизайнер, увидела свитер необычной вязки на своей гости. Он так ей понравился, что она заказала себе такой же. В нем она появлялась на светских мероприятиях и привлекала всеобщее внимание. Именно из модного дома Скипарелли трикотажные вещи попали в гардероб Коко Шанель. Она очень любила их за комфорт и элегантность. Самое популярное сочетание – жакет и юбка. Удобные и не мнущиеся вещи стали классикой, введенной в моду Коко Шанель. Рекомендуем вам отдать предпочтение минималистичным моделям. Свободный силуэт и спокойные оттенки помогут создать элегантный и уточенный образ на каждый день. Сегодня это все тренды. Надеюсь, наши рекомендации будут вам полезны и вы станете еще более стильными этой осенью. До встречи в новом выпуске. Всем пока-пока и до новых трендов!